Выставка еще не открылась, а посетители уже томятся у входа. Через несколько минут здесь откроется выставка образования. На выставке представлено 5 университетов крупных городов Турции – Стамбула, Анкары. Потенциальным абитуриентам, студентам колледжей и школ Шымкента подробно объясняют возможности получения образования в государственных и частных университетах. Государственные университеты Турции, у них цена, так скажем, обучения очень низкая. В целом, очень много университетов, в которых цена стоит обучения с $300, $400. Год. И эту плату делается 2 раза в год. И из-за этого очень низкое обучение. И проживание тоже в очень многих городах Турции, кроме Стамбула и Анкары, очень низкое. Большинство вузов предоставляют для казахстанцев большие скидки и даже гранты на обучение. Для этого мечтающим учиться за границей нужно показать свои знания по спецтестам. Университеты предлагают на данный момент очень хорошие скидки для казахских студентов. К примеру, университет Бахтишехир, у них будет экзамен по ЕС, это Ябанджори Андисинавы, турецкий по турецкому, это экзамен по турецкому, экзамен по математике и логике. По этому экзамену, если студент сдает и получает хорошую оценку, он сможет получить 50% и даже 100% скидки для обучения в университете Бахтишехир. Кроме этого, государственные вузы тоже предлагают, будут проводить экзамены по ЕСУ, и даже уже провели в Казахстане несколько экзаменов. И вот этим экзаменом там будут очень много скидок. Это, опять же, зависит от студента, сколько баллов он наберет, столько возможностей у него будет. Некоторые студенты и школьники с выбором вуза уже определились. Мне понравилось университет Мугла, там отличные факультеты и цены нормальные. Завтра будет тест в Алматы. Если я пройду этот тест, я могу не ходить на НТ и сразу поступить в университет. Образовательная выставка прошла при поддержке Палаты предпринимателей, Ассоциации казахско-турецких предпринимателей Южно-Казахстанской области и Центра образования за рубежом Академии ФЕЙР. Это делается с целью, чтобы завтра, допустим, те же выпускники школ смогли поехать в Турцию, получить высшее образование, послевузовское в том числе, после приехать на наше предприятие и внедрять все знания, опыт, то, что они взяли в Турции, допустим, в наше производство. То есть это будущий наш кадровый потенциал. Турецкая образовательная выставка теперь отправится зазывать к себе студентов из южной столицы Казахстана, а уже в октябре вновь приедет в Шымкент.